телеведущая впервые за последние несколько лет начала откровенно отвечать на вопросы подписчиков личного характера. Звезда частично подтвердила слухи, ходившие вокруг нее. Ксения Бородина вернулась из Армении в Москву и решила немного пообщаться с подписчиками. Звезда обычно отвечает на нейтральные вопросы, но в этот раз выбрала те, которые уже давно интересуют широкую аудиторию. Телеведущая подтвердила, что на сегодняшний день она действительно свободна и не связана никакими обязательствами. Также знаменитость немного рассказала об отношении с почти бывшим супругом. В сети было много предположений, как они будут делить загородный дом и две квартиры, приобретенные для дочек. Ранее Ксения уходила от ответа и не рассказывала, кто из них приобрел дорогостоящую недвижимость. Общаясь с поклонниками, звезда дала понять, что дом останется ей и по-другому быть не может. По этому ответу подписчикам стало понятно, что телеведущая покупала его за свои деньги. Фолловеры спросили, как Бородина относится к мужчинам, которые много времени проводят в Инстаграме. Телеведущая пояснила, что у таких людей в реальной жизни нет никакого серьезного бизнеса. В противном случае они бы занимались делами, а не сидели в социальных сетях. В этом диалоге никто имен не называл, но преданные поклонники догадались, что речь идет в том числе и о Курбане. За время брака с Бородиной Омаров создал образ успешного бизнесмена, рассказывая об инвестициях. Параллельно он пытался продавать одежду, запускал собственную социальную сеть и другие проекты. Эти начинания успеха не принесли и были закрыты. Также мужчина говорил о строительном бизнесе, который позволяет ему управлять всеми делами из дома, принимая факс. В итоге Курбан стал активным пользователем Инстаграма. Сейчас Омаров продает курсы для женщин, в которых учит их быть счастливыми. Параллельно он преображает никому неизвестного парня в инстасериале. Менеджеры проекта пытаются найти спонсора, чтобы сериал начал себя окупать.